Prospect дом 3, да? Ну, Омега Сириус, это отель Омега Сириус. Это вот в полосках такие здания. Да, Омега Сириус отель. Олимпийский проспект, дом 3, Омега Сириус. Близко к Олимпийским магнитам. А, это оно, я так понял. Направляйтесь на запад. Вот цветными полосками. Угу. Наверное, я... Это Дельта Сириус, да, вот эта зеленая полоска? Это Дельта Сириус. Туда не надо. Ну да. Нам в Омегу надо попасть.
уж это... Это само собой, это прям красота. Опять Дельта Сириус. Да ну везде. А я здесь не было, здесь их очень много. Их везде много. В Олимпийском парке очень много. В январе были здесь. Но Нет. В январе мы здесь не были. Мы прошлым летом здесь были. Может, вот это недавно открылось, но вот это недавно. Вот на территории Олимпийского парка вот здесь очень много, да, минимарков. Вот и наш пункт назначения. Омега Сириус. Я просто сочинский, я не одна. Понятно. Да, вот оно, а я говорю, да что, Тесла сейчас обогнула. Как будто Тесла сейчас. Вон там была машина. Может быть, это и есть Тесла? Мы никогда не были в Омеге. Очень, если честно, мне очень интересно. Не, видишь, балконы поделены. Видишь, на части. Хорошо. А ты говорила то, что нет. То, что они все слитные. Я, если честно, в это не мог поверить. Ну, просто не может быть в трешке такое. А вот... Институт Сириус. Какой институт? Ну, университет как-то. Разве университет? Ну да. Там вообще-то студенты научные лекции слушают, там еще чем-то занимаются. Ты думаешь? Ну да. А вот, кстати, здание вижу с флагом в России. Очень интересно, что это за здание такое. Они поумнели, да? Да. Раньше у них тут шлагбаумы стояли. За голову взялись. Замучились, наверное, открывать его. Закрывать. Конечно, это бред, какая разница. Это, кто где машину будет ставить. Идея. Ой, ну вы прям вот доехали, хорошо. Ой, да, идеально. Будем пользоваться вашим сервисом. Угу. Так, спасибо. Спасибо. Оба. Отсюда выходи. А, отсюда? Ah!